Обзор на ресторан в отеле Хилтон. Кемер. Вот такие фудтраки тут. В этом траке сегодня равиоли, спагетти, различная паста. Что? В пасту добавляют соусы. Можно взять с собой на пляж или покушать здесь в ресторане. Вот следующий трак. Нудлс. Лапша. Вот здесь пошли различные виды мяса. Курица, индейка, разные-разные соусы, соуса, правильно. Следующий трак, это трак с тако. Мексиканская тема с различными морепродуктами, мясом, курицей. Хот-доги делают. Этот бельгийский корнер, бельгийские вафли, картофель, жареный, печеный. Вон в сыром виде, большие картофельные. Здесь уже готовая продукция. Типа нашей крошки картошки. Этот трак называется роллинг кебаб. Здесь, естественно, уже делается, готовится кебаб с говядиной, бараниной, курицей. То есть все виды мяса. Зона обеденная на берегу моря. Тут уже бар, где можно заказать пиво, ну и другие прохладительные напитки. Все очень вкусно и удобно.